С заявкой на мировой рекорд. Омский мыльный пузырь может попасть в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий. Необычный трюк в экспоцентре выполнила Людмила Дарина. Артистка двукратно рекордсмен книги рекордов России. В этот раз женщине удалось создать 10-метровый мыльный пузырь. Для измерения его высоты организаторы специально установили огромную линейку. Отмечу, что мировой рекорд пока составляет 4 метра. Впрочем, останавливаться на достигнутом мамичка не собирается. В ее планах побить рекорд по количеству людей, находящихся в мыльном пузыре. Для этой цели организаторам потребуется 350 добровольцев. Сейчас команда ищет подходящую площадку, ну и, соответственно, людей. Я дую пузыри 6 лет. То есть это уже какой-то определенный стаж имеется. И поэтому... тренируюсь каждый день, по большому счету. Конкретно к этому рекорду мы готовились, получается, полтора месяца. Народной артисткой России я точно же не стану, правильно делаю шоу мыльных пузырей. Поэтому это какой-то определенный статус мне дает для себя, в первую очередь. Я не думаю, что для моих зрителей в Омске будет важно, рекордсмен я или не рекордсмен. Это будет важно для меня, это моя ступень, которую я прошла.